В Мажилисе приняли поправки в законопроект по транспорту. Его задача – усовершенствовать систему госконтроля, создать эффективный механизм передвижения поездов, грузов и товаров через государственную границу. Законопроектом предусматривается новый порядок контроля пассажиров железнодорожного транспорта при пересечении государственной границы Республики Казахстан. Вот что меняет этот новый порядок и контроль пассажиров? Как она будет реализовываться? Это касается только тех железнодорожных сообщений, которые следуют транзитом либо по территории нашей страны, либо сопредельного государства при условии безостановочного следования. То есть он не должен останавливаться на территории сопредельного государства. Пограничный контроль, таможенный контроль и другие виды контроля, они будут здесь уже исключаться. Одобрили поправки в законопроект по вопросам обороны и воинской службы. В случае принятия закона обеды офицерам в подразделениях взвода и роты, а также контрактникам рядового и сержантского состава начнет оплачивать государство. А за боевое дежурство военнослужащие будут получать 10 дополнительных дней к трудовому отпуску. Проект закона предполагает также разделение функций Министерства обороны и Генерального штаба. Часть функций Генштаба перейдет ведомству.